Принятие итогового соглашения на климатической конференции ООН под Парижем откладывается на 12 декабря. Участники дискуссии попросили дополнительное время на совещание и обещают представить проект договора рано утром в субботу. В четверг стороны сообщили, что в результате трудных дебатов уже достигли значительного прогресса. За время переговоров объем соглашения сократился с 43 до 27 страниц, а количество спорных формулировок с 900 до 50. Все участники, как подчеркивается, уже согласились следовать главной заявленной цели – не допустить повышения средней температуры больше, чем на 2 градуса по сравнению с концом 19 века. Утрясаемые сейчас детали лежат в плоскости разделения ответственности и, самое главное, финансирования между отдельными государствами и организациями.